Пока скверы в Рязани открыты для посещений, парки все еще остаются под запретом. Сотрудники, которые следят за порядком в зеленых зонах, ведут разъяснительную работу с желающими прогуляться по запрещенным территориям. Мы пытаемся напомнить рязанцам о том, что лесопарк, именно территория, да, парковая, она закрыта для посещения. Инфраструктура учреждения культуры города Рязани, лесопарк, соответственно, по распоряжению губернатора, также продолжает оставаться в закрытом, соответственно, формате. Вход в лесопарк все еще обнесен оградительными лентами, и людям, приходящим сюда погулять, рекомендуют воздержаться от посещений и соблюдать социальную дистанцию. Мы с сотрудниками пытаемся проводить разъяснительную работу с теми гражданами, которые все-таки пытаются попасть на территорию парка. Опять же, рассказать о тех мерах самоизоляции, опять же, про коронавирус, опять же, о том, какие меры предосторожности сейчас имеют место быть. Пытаемся убедить в том, что воздержаться от прогулок в парк, но, тем не менее, когда получается, когда, к сожалению, не очень. Большинство рязанцев, с которыми провели разъяснительную работу, отказываются от прогулки в лесопарке и решают выбрать другое место для посещения, например, сквер, который не подпадает под запреты. Если нельзя, то не будем, будем ходить в других местах. Сотрудники лесопарка продолжат разъяснительную работу с рязанцами до снятия ограничительных мер.